поезд «Иволга» с увеличенным количеством вагонов досрочно запустили на МЦД-1 в понедельник, 2 декабря. Благодаря наращиванию составов с 7 до 11 вагонов появилось еще 357 тысяч пассажирских мест в сутки. Планировалось увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 только с 9 декабря. Но переход удалось произвести уже со 2 числа. Благодаря этому в поездах стало свободнее.